Я вот сейчас лежу и думаю, да, кем бы из супергероев я бы мог стать? Как бы я мог помочь этому миру, пускай даже городу Нижнекамску? Вот что бы я мог ему дать, кого бы я мог спасти? А давайте мы спросим у нижнекамцев, кем бы они хотели стать из супергероев и какими суперспособностями они хотели бы обладать. Да? Поехали. Так, так, так. Так, человек-блондинка. Представьте себе, что у вас есть возможность, да, обладать какой-то суперспособностью. Какая бы она была? Я бы хотела всегда высыпаться. Человек-высыпалка? Да. Как ртуть, флэш. Что делать? Ну, быстро бегать. Так ртуть или быстро бегать? Ну, тогда ртуть. Ртуть. Ну, жидкий, как терминатор получается? Да, нет, я не могу быстро. Я не смотрю, это что такое? А у тебя? Быстро. Я бы хотела читать мысли людей. Читать мысли людей? О, сапоги-скороходы тогда просто. Ну, нет уж. Не гламурненько как-то сапоги-скороходы. А ты? А ну-ка, давай попробуем. Ну-ка, поможешь, получится. Да, я не смогу. Мои, давай, ну-ка, давай. Давай. Вы, наверное, кушать хотите? Нет! Возможность понимать животных. Зачем? Просто мне интересно, у тебя вот и странные. Лечить людей. Лечить людей, крутяк. Да, чтобы все были здоровы, никто не болел, да? Это пока вот, друзья, это самая нужная способность, потому что люди хотят с животными разговаривать там. Ты случайно не из Кавказа приехал, не понимать, барашка там? Нет. Я бы хотел, наверное, быть человек-пузан. Я бы бессмертен, наверное. Дунка Маклаук. Да, да. Отлично. Полетать. Просто взял и улетел. Человек-вода. Человек-вода. Ну и что делать будет он? Ну... Поливать деревья в парке. Да, поливать деревья так. Привет. Че грустишь? Че? Ты кто вы? Женщина-кошка хотела бы? Нет, будет. Да? Нормально? Они нас супер спас. Ну, конечно, ну нет. В плане снимают. Нет, нет. Вы подождите, давайте определимся. Я женат, как бы. Вот это взрослый человек. Вы маленький, мы вас снимаем, мы записываем видео, так будет правильно звучать. И не путайте, пожалуйста. Нет желания там, нельзя, может быть, чтобы суперспособность, так деньги появлялись. Ты читаешь мысли, а, да? Да-да-да. Типа такой махнул и стольничек. Два раза махнул. Да-да-да. Давай я расскажу все секреты, короче, которые у меня с детства уже, ну, эти суперспособности, которыми я хотел обладать. Самое первое, это как у всех детей, это уже сегодня об этом говорили, это останавливать время, короче. Реально останавливать время, идти в супермаркеты, затариваться там, короче, брать все, что я хочу, и, соответственно, обратно включать всю эту движу. Останавливать время. Останавливать время. Останавливать время. Ну, можно останавливать время там, да? Я бы хотел останавливать время, типа, по щелчку пальцев. Для чего? Ну, ты остановил время, пришел, списал кого-то. Или домашку сделал там, пока не успеваешь. Списал. Ну, вот смотри, я сейчас остановил время, например, взял вот вашу камеру, вот снял тебя. И убежал. Ты зачем убегать? Например, с уроком сбегать. С уроком сбегать. Вот так руки сделаем. Вот так потрясем. Потрясем. Смотри, вот так сожмем. Кулак перевернем. И указательный палец поднимем. Спасибо, указательный. А ты же показывал уже? Как я его показывал? Ну, показывал. Когда? Я же тебя помню, это же вот ты с этим ходил, помнишь? Да-да-да. Синий кит. Что-то там такой корабль у него. Да, корабль улетел, там мы еще думали, что он наркоман. Ты что, потерялся? Ты же снимаешь влоги, почему ты потерялся? Просто такая своеобразная сила, суперсила, и хоп. Человек хоп, блин. На пальцы просто одел, да? Смотри, а можем мы их запутать, нет? Можем? Ну, логично, наверное. Смотри, раз, два, три, пух, запутали. Ага, и а что дальше? А можем распутать? Ну да, ты же фокусник. Раз, два, три, хоп, и распутали. Да. А есть что посложнее? Ты зашел такой, там что-то творится, происходит, а ты такой, да мне хоп. Нет, а еще в эстоне такой идешь, очередь, и такой, да, и хоп.
и уходишь без продуктов. И ничего никто не может сказать. И ничего никто не может сказать. Потому что тебе такой. Нет, а еще когда к тебе обращаются, типа, молодой человек, подвинься, пожалуйста, ты говоришь, поворачивайся, говорит, все понятно, человек опухает, извините. Не признали сразу. Не, ну круто. Это ваша карта. Ну. Да? Вот мне один помощник нужен. Вот так, сделайте руки, пожалуйста. Это помощник? Накройте сверху. Еще будет. Хорошо, смотрим. Оп, это моя карта. Джокер, да? Смотрите, я легонько касаюсь. Фух, смотри. Раз. Что? А тебе не кажется, что таких супергероев у нас в Нижнекамске пруд пруди? Ну да, так тут по-моему. Что-то у нас весь город на них держится, наверное. Нет, ей круто, она за шарами спряталась, короче, ничего не надо. Класс, а я тут такая строю, значит. Ну не хотел бы там спасать мир, там? Нет. Нет такого. Тяги у меня такой, нету спасать всех. Пускай сами. Да. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Да. Просто, чтобы, что я захотела, то и было. Вот. Исполнение желаний, типа, да? Да, ну чтобы я, например, захотела, чтобы я там, читала мысли, я бы читала мысли. Читать мысли людей пришла ко мне идея уже чуть попозже, когда я более-менее повзрослел. Мне стало интересно, там, что обо мне думают, да, что вообще как бы думают. Охота была девчонок, на самом деле, угадывать там, что они думают там. Ну, чтобы вот не было такой, сидишь такой и думаешь, то ли она там с тобой заигрывает, флиртует, короче, то ли смотрит на тебя, то ли не на тебя. А тут, хоп, прочитал, типа, нравится, не нравится, да, все, не надо заморачиваться. Мысли читать? Мысли. Читать мысли других? Читать мысли людей. Ну, для чего? Интересно же. Что люди думают? Люди о тебе думают или вообще думают? Вообще о чем думают. Иногда потому что люди думают одно, а говорят другое. Мне кажется, это была бы классная способность. Мне кажется, все так делают, да? Интересно. Думаешь, чтобы еще спросить? Ну, почти. А для чего? Вот просто интересно, для чего? Чтобы понимать, там, как все человек относится. Знать, что будет дальше. Ну, на будущее, типа, да, предсказывать будущее. Да. Как Ваенга. Да. Ваенга. Не Ваенга же. Ванга. Как Ваенга могла предсказывать, что она курит одна. Перемещаться, соответственно, во времени, да, там тебе надо куда-то, ты хоп, в Турцию оказался, хоп, в Египет. Не надо ни путевки, ни самолетов, ничего не боишься. Поезда, там этот место, которое около туалета. Ну вот, это, в принципе, стандартные, наверное, вещи. Во времени перемещаться. Телепортироваться, наверное. Ну, типа, вперед, назад, да, там. Да. Перемещаться быстро. Вот только что хотела сказать. Ну-ка, давай, забрала у меня. Захотела там. В Гималайи. И кому что, да? Кому Гималайи, кому, ну, челны, как бы, что, нормально. А для чего? Лень ходить. Очень удобно, да. Ну, как изменится жизнь людей, и все будет хуже или лучше? А если вот ты туда полетишь, а там все плохо, что тогда? Будешь как-то пытаться менять эту всю движуху или... Ну, наверное, да. Да? Если будет такая возможность. А еще можно было бы сквозь стены проходить, короче. Я бы хотел быть морфом. Кто это? Морф? Это, короче, типа мистик. Знаешь, что такое мистик? Кто такая? Ты сейчас, короче... Короче, морф, уже очень много, он превращается в любого супергероя. И у него все есть супергерои. Вот мистик тоже самое, короче. Че, пойдем снимать уже, Джин? Сейчас, Альберт, подожди. Что случилось? Я чувствую, где-то сейчас произойдет беда. Сейчас. Куда ты? Что происходит? Что происходит? Что случилось?
вверх. Видишь? Охренеть. Вот. Как ты понимаешь? Не обязательно обладать какими-то сверхспособностями. Нужно просто брать и помогать этому городу. И все. Ну, я бы прыгал, ну, высоко. Там, на дерево залез. Зачем? Ну, не знаю, там, на крыше залез. Ну, да. Ну, и чтобы... А, я знаю, для чего способность. Ты бы кошек доставал с деревьев. Для бабушки же постоянно звонят. Типа, бля, кошка-то забралась на дерево. Помогите, им честников напрягает. А так бы бабушка стоит на улице, говорит, а, помогите, вызовите Джабкета. И ты такой, тем. Такой снимаешь, типа, вот, бабуля, все нормально, не переживайте. И она тебе, Лэм, вот яблочки тебе возьми с огорода. Нормально? Да. Быть невидимкой. Была бы невидимкой. О, для чего? Еду воровать. Деньги лучше. Деньги тоже. Вы молодежь вообще. Не стесняйся. Что самое главное-то? Не деньги, а еду просто. Невидимость. Зачем? Ну, объясни. Ну, она же для чего-то нужна же, она эта способность. Ты сидишь в Макдональдсе, отвернулся, хоп, нету бургера, короче. А она там точит уже. Стоит, хомячит просто. Прятаться. От кого? Не знаю. Да. Что делать можно такое? Ну, допустим, что-то, например, незаметно взять из магазина. У всех одни и те же мысли, на самом деле. Просто от меня. Ну, если денег вообще нет и все плохо, то по чуть-чуть можно, все равно не заметить. Не критично. Человек-блондинка. Человек-блондинка. Что будешь делать все время? Тупить и смеять. Окрашивать буду волосы. Всех брюнеток. Меня не снимайте. Не снимайте. Ладно. Видите ему, чтобы он удалил, а то сейчас я применю свою сверхспособность. Какую? Способность быстрее передвигаться. Угу. Зачем? Чтобы не опоздать на какие-то важные мероприятия. Пунктуальный ты. А, у вас уже есть суперспособность, получается? А вы? У нас тоже есть. Какая? Хорошая. А, вы злая ведьма, вы хорошая ведьма. Суперскорость. Для чего? Ну, его остановить. А, ты типа злой и добрый, да? А это дочка ваша, получается? Сын. Или первое мое заклинание. Или брат. Флэш. Что делать, зачем? Очень быстро бегал. Ничего. От вас? Любую можно, типа там, я не знаю, человек-невидимка там. Да нет, беспокойно. Перемещаться во времени там. Вообще не беспокойно. Я вам по секрету скажу, вот из сегодня 20 опрошенных, один только человек. Хотели бы проходить сквозь стены, да? Сбербанк. Да, да. Вот, ну, видите, вы немножко повзрослели, у вас мысли, ну, повзрослели, потому что все говорят, ну, гипермаркет, там что-нибудь пожрать взять, а у вас уже Сбербанк, вы уже как бы... Ну, я же, где работаешь, там и... Пить и не блевать. Если бы я чем-то могла помочь на стране, наделила бы многих умом. О, это крутяк. А хотел бы быть супергероем каким-нибудь? Человек-паук. Чао. Рентгеновское зрение. Что-то новенькое, да? А для чего? Давай так, просто парень здесь стоит, и как бы интересно очень знать. Очень интересно, для чего. Что-то ляпнуло, короче, а тут как бы парень, и я что-то этот... А давайте вы на стежок. Че? Стишок с днем рождения, поздравьте. Кого? Какой-нибудь. Вот ее. У нее день рождения? Да. А шарик-то непонятно, да? Нет. Разговаривать с кружками. С чем? С кружками фарфоровыми. Не, может вы идете... Смотри, вариантов много. Идете на день рождения, у вас фотосессия. Да. Я не знаю, парень подарил там, да? А что бы ты у них спросил-то? Не знаю, как дела, например. Как дела? Для нормально, начала. Что, чай пьют с нас. Дела нормальные, с нас пьют чай. Тебе сколько лет? 15. Все, подойдет. Ирина Аллегрова, с днем рождения. С днем рождения! Любви до головокружения. И чумового настроения. И самых преданных друзей. Кем бы хотел быть? Суперменом? Летать. Просто летать. А если просто летать, хотел бы? Аватар смотрели? Ну? Вот, типа того. Голубая женщина? Нет, мультик «Аватар» был. Легенда об Аанге. Да. Ну да, да, да. А что он там делает? Ну, стихи у него, вода, огонь,
Воздух, земля. А, да? Нифига, крутяк. Он все мог. Ну да. Захотел, один... поднял камень, захотел, вот, достал. Бэтмен. А как думаешь, что нужно, вот, чтобы стать Суперменом? Не знаю, это то же самое, как Человек-паук. Укусил паук. А Супермена кто укусил-то, я забыл. А, не кислотой или какой-то там? Супермен с планеты Криптона, вот. Железный человек. Железный человек? Ну он же не супергерой, он же просто как человек с костюмом. Нет, но он мне нравится. Человек-паук? Человек-паук? Да. Бэтмен там, я не знаю. Это надолго. А, у меня он зависает иногда? Зла чуть-чуть, замыкание. Надо этот, я подскажу, оперативку увеличьте и нормально будет. Черный там есть, злой там не злой. Черный. Злым бы хотел быть? Ага. Я знаете, что думаю, друзья? Все-таки, наверное, не обязательно быть супергероем. Вот опрос показал, что все хотят останавливать время, там, читать мысли, там, что-то брать с магазина. Ну, почему-то никто не сказал, что хочет там помогать, там, быть супергероем, там, я не знаю, останавливать время, чтобы там остановить, там, я не знаю, чью-то смерть, там, да, или какое-то наводнение, там, какое-то землетрясение. Все хотят просто ходить по магазинам, забирать вещи, ну, я, в принципе, в том числе, да. Поэтому, наверное, надо задуматься, что все-таки супергерой, наверное, живет в каждом из нас, и, наверное, супергерой не тот человек, который мы выдумали у себя, там, Человек-паук, человек, там, женщина-кошка, Бэтмен и все такое. Наверное, супергерой — это каждый из нас, поэтому надо просто верить в себя, наверное, и делать добро, и мир станет чище, друзья. Вот такое немножко лирическое отступление. И самое главное, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал Чигиряут. Там будут сниматься новые видюшки. Соответственно, если вы подписаны, вы сможете увидеть видео первыми, да, и уже рассказывать остальным. Ну и также огромное спасибо группе Нижнекамск ВКонтакте, которая размещает наши видео. И, так сказать, больше нижнекамцев могут увидеть себя в наших видеороликах. Ну а пока.